Всем привет, с вами канал Overview Group, и сегодня я делаю эксклюзивное видео. Заказал микрофон конденсаторный, профессиональный. Микрофон фирмы Takstar, стоит $62.99. И сейчас мы будем его открывать. Посмотрим, что за такой микрофончик, за такую, скажем, немаленькую цену. Но фирма оригинальная, китайская, но оригинальная фирма Takstar. Это никакая не подделка, не копия. Ух ты! Ух ты, шваль! Шваль, давай! Вот он. Я уже близок к этому делу. Еще мы посмотрим. Микрофон отлично упакован. Что мне не нравится. Вот он наш родной. Убираем его сюда. И смотрим. Ух, нам опять придется открывать ножницами. Давайте откроем ее вот так вот. Грубо. Всякие пупырышки тут. Пупырышки. Ох, мы сейчас его порвем, откроем. И глянем, что мы видим. Мы видим коробку такую вот деликатненькую. И сейчас мы откроем. Внутри у нас сейфик. Мы это все вытаскиваем и смотрим. Микрофон Takstar SM8B. Теперь сейфик мы открываем и смотрим на это чудо профессиональной технологии. Микрофон. Ух, нифига себе, он тяжелый. Не знаю, даже моя стоечка протянет ли все это дело. Вот она, моя стойка. Мы ее будем ее сюда и крепить. Микрофон действительно очень тяжелый. Я даже в шоке. Он, наверное, килограмм весит. Да. Чувствуется, что микрофон добротный. И вот наше звукоизолирующее вещество, которое кривое засунули его сюда, как попало. Это дело крепится у нас вот сюда. Ну, в общем, вы поняли. И все. Тут у нас книжечка в комплекте. И вот такие вот ножички. Стоп. Да, продавец красавчик вообще. В комплекте указывал, что будут ножки к этому микрофону. Но ни хрена он никакие ножки не выложил. Ну, хотя бы микрофон пришел. Но по идее с комплектом идут ножки. В описании под видео я суну ссылку, вы сами сможете посмотреть и увидеть, то что в комплекте должны идти ножки. Нет, нигде ножек нету. Ни черта он никакие ножки не выложил. Ну, в общем-то, вот так вот. В следующем уроке, точнее, не в уроке, а в следующем ролике, я буду показывать, как этот микрофон работает, будем его тестировать. К микрофону прилагается шнур, который у нас вот сюда вот втыкается. Далее, через все это дело, он проходит либо фантомное питание, либо в наружную звуковую карту. С вами был канал Overview Group. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!